Доброе утро, друзья, и я с огромным удовольствием сегодня представляю вам еще одну финалистку нашего карьерного коучинга — Екатерину Терехову. Катя, привет. Да, привет, Рома. Катя, 90 дней – это много или мало? Это очень интересная цифра, очень хороший период, в котором могут случиться любые чудеса. Главное – правильно поставить цели, главное – иметь хорошего наставника. Помимо той работы один на один, когда мы с тобой разговаривали непосредственно о твоих задачах, я очень много уделял внимание работе в группах. Что для тебя вообще была работа в группах? Насколько тебе это было интересно? Сколько тебя мотивировали успехи других людей? Работа в группе дала колоссальный эффект. То есть это был такой эффект синергии, потому что когда один на один я получала твою обратную связь, а потом я могла получить обратную связь с нашим участником. Это было увлекательно, это было то, что каждый из нас свой опыт персональный. И мне было интересно узнать, как люди смотрят на то, что я делаю. Потому что, в первую очередь, для меня этот коучинг был переоценкой некоторых ценностей. Такое некоторое копание, но позитивное, которое не теоретическое, а именно сразу в практике. Было ли у тебя желание в какой-то момент бросить все? Не было такого момента, а когда наступил день 50-й, 60-й, вот к этому моменту я поняла, что мне настолько помогает эта программа. Я увидела, наверное, такие, не промежуточный результат, а уже хороший такой сочный результат от того, что я делала, следовала графику, самодисциплина, вода, все остальное. То есть для кого-то это лирика, но для меня это был реально работающий инструмент, который я наконец внедрила в свою жизнь. Если бы мы сейчас вернулись обратно туда, в те 90 дней, какие наиболее главные шаги ты сделала, чтобы достичь поставленной тобой цели? Своим целям и постановка именно моих целей, то есть работа над теми целями, которые я хочу достичь в жизни. У меня был такой приоритет, я думала, надо поставить одну цель над другой, но потом оказалось, что у меня вообще это все одна общая цель, и мне не нужно делить ее на несколько целей. Как ты почувствовала, что ты достигла своих результатов? Такое ощущение, что все идет как нужно. И в моей жизни появился такой порядок своеобразный, как раз которого я и хотела достичь, то есть баланс. Нет, через то, что ты успеваешь больше, через то, что жизнь становится более радостней, насыщеннее, играет новыми красками. И не нужно уходить в крайности или в работу, или в личную жизнь. Все можно совмещать, все можно успевать, все здорово. Катя, коучинг карьерный, но я так понимаю, что так или иначе карьера потянула за собой многие другие аспекты твоей жизни. Поделись, пожалуйста, своими достижениями. Катя, коучинг карьерный, но он так или иначе затрагивает другие стороны нашей жизни. Как ты почувствовал на себе, насколько достижение карьерной цели помогает тебе выравнивать в целом как бы отношение к другим вопросам твоей жизни? Нам, они настолько действенные, что раньше я применяла только в работе. Сделала новое позиционирование, и потом я поняла, что, исследуя свои ценности, я поняла лучше себя и перепозиционировала себя, как я общаюсь с людьми, с кем я знакомлюсь, какие достижения у нас вместе получаются. В общем, это прямым образом повлияло на мою личную жизнь. Как ты считаешь, для кого такой коучинг просто очень необходим? В первую очередь, я считаю, коучинг необходим молодежи, потому что если бы я узнала эти инструменты еще раньше, я думаю, я бы достигла более интересных результатов, но, тем не менее, я думаю, что все случилось в нужное время. Поэтому особенно молодым людям я рекомендую пройти этот коучинг. И людям, настроенным на успех. Может быть, люди, у которых какая-то заминка случилась, которые хотят двигаться дальше, но не знают как, им нужна рука помощи. А вы получите обратную связь, инструменты, получите наставника. Это программа, которая реально меняет жизнь. Спасибо тебе огромное. Что бы ты пожелала тем, кто придет? В первую очередь,
есть я желаю не останавливаться на достигнутом, стремиться только вперед и помнить, что жизнь, она очень многогранна. Не нужно какую-то одну там, или две стороны, нужно успевать жить полной жизнью. Я вспоминаю тот интересный момент, когда у нас был коучинг в феврале, и мы долго пытались методом 5Y, или 5 вопросов почему, что же ты хочешь на самом деле, открыть некую глубинную цель. Я помню, ты сел и написал для себя очень важное решение, которое на самом деле, наверное, явилось неким мотиватором движения вообще в процессе всего коучинга. И вопрос у меня следующий. Кому бы ты порекомендовала такой коучинг? Я рекомендую этот коучинг абсолютно всем, но все-таки в первую очередь тем, кто стремится понять себя и поставить свои собственные цели. Потому что коучинг на самом деле помогает при помощи инструментов, которые Роман дает, он именно помогает понять и осознать свои цели. То есть это не только карьера, потому что когда вы поймете, что вы хотите в карьере, у меня, например, так произошло, и я считаю, это один из основных результатов коучинга, тогда я поняла, что как я себя хочу позиционировать вообще, как себя подавать на рынке труда, как себя подавать в личных отношениях. Это очень интересная работа над собой, и 90 дней пролетели незаметно. Сейчас, оглядываясь назад туда, в 90 дней, это много или мало? Я считаю, это самый раз. Это как раз тот период, за который вы можете поставить цели, увидеть, проследить такой трекинг сделать, да, как вы идете, как вы двигаетесь к цели, поработать над собой, получить обратную связь от Романа, получить дополнительные инструменты. Я считаю, это самая хорошая цифра. Катя, в нашем коучинге были индивидуальные занятия и групповые. Не могла бы ты немного рассказать об индивидуальных и о групповых? Что тебе нравится, что не нравится, что тебе давали те и другие? Я даже не могу сказать, что мне понравилось больше, потому что настолько увлеченность тренера, нашего коуча, она была настолько сильна и заряжала мотивацией, энергией. И самое главное, что мне были заданы верные вопросы, на которые я просто ответила. Мы вместе, как бы Рома помог мне ответить тоже на эти вопросы. И потом я получала огромную хорошую обратную связь в группе нашей, что тоже было очень интересно видеть, как двигаются другие участники и одновременно понимать, где нахожусь я. И наступил такой момент на 50-й или 60-й день коучинга, когда я поняла, вот она моя скорость, вот они мои инструменты. Я поняла, как богата и радостна моя жизнь, и что все в моих руках. То есть я осознала, что вот скоро уже, то есть перевалили почти за половину коучинга, и можно было какие-то промежуточные результаты подводить. И мне было очень приятно осознать, что я нахожусь в балансе и гармонии с собой, что у меня образовался определенный порядок. Это как раз именно те моменты, к которым я стремилась и в карьере, и в личной жизни, и в здоровье, и в спорте. Так. Кому обязательно нужно идти в такой коучинг? Я считаю, если вы хотите развиваться в карьере, если у вас есть, возможно, сложности с тем, чтобы позиционировать себя на рынке труда, обрести новых друзей, обрести наставника. Я считаю, независимо от вашей профессии, возраста, это очень интересный инструмент, именно коучинг, до результата, хочу отметить, потому что я бы здесь не сидела, если бы у меня не было результата. Ром, спасибо огромное. Что ты пожелаешь тем людям, которые запишутся и придут в коучинг? На что им обязательно нужно обратить внимание, чтобы достичь успеха? Я посоветую обратить внимание прежде всего на то, какие инструменты предлагает Роман, и обратить внимание, серьезнее относиться к себе и к потенциальным своим достижениям. Потому что когда вы возьмете эту ответственность, я всегда думала, что ответственность – это тяжело. Как только я взяла эту ответственность, мне стало так легко и хорошо, мне никогда не было так здорово. Спасибо тебе большое за ответы. Да, спасибо тебе, Ром, что пригласил.
и за коучинг. Передаю, пользуясь случаем, передаю привет всем участникам коучинга, передаю эстафетную палочку, кто там следующий, расскажет о своих результатах. Друзья, с 1 июня по 31 августа стартует новый поток карьерного коучинга «Только вперед». Почему я это делаю? Да по одной простой причине, что каждый из вас может быть более счастливым. Каждый из вас может зарабатывать больше. Каждый из вас может заниматься своим любимым делом. А ведь вы знаете, что жизнь настолько коротка, чтобы тратить ее на то, что не нужно. Нет, неправильно. Каждый из вас может заниматься любимым делом, а в этом и есть предназначение нашей жизни. Найти то дело, которым хочется заниматься больше всего. А это и будет приносить вам и больше доход, и больше свободу, и больше хорошего настроения. И в целом, карьера, как ни странно, потянет за собой решение вопросов, вообще связанных со всей вашей жизнью, что и подтверждают все наши замечательные участники коучинга. И я еще раз хочу поблагодарить Катю. Катя, большое тебе спасибо. И твой позитив, твое желание помогать, двигаться вперед. Ты была одной из вожатых в нашей группе. Вот. Да, это было очень здорово. Спасибо, что делегировал мне часть. Ты, по сути, так же, как и я, помогала людям двигаться в достижении своих целей. И мне кажется, что вот те инструменты, которые ты приобрела за эти вебинары, за эти мастер-классы, за тот коучинг, они теперь интегрируются в твою жизнь, и уже без них тебе будет как-то очень тяжело. Абсолютно. Они не только в мою жизнь интегрировались, они в мою именно жизнь. Но и я также стараюсь интегрировать теперь именно эти инструменты в жизнь моих учеников. Прекрасно. Потому что я передаю дальше отчасти эти... Друзья, я очень хочу встретиться с вами в коучинге. 90 дней в карьерном коучинге, 90 дней только вперед. Впереди лето, инвестируйте в себя это время, вы будете отдыхать, мы будем заниматься онлайн. Нет лучшего времени для того, чтобы стартануть и сделать свою жизнь более интересной, насыщенной, полной, счастливой. И, конечно же, самое главное, вы поставите цели и их достигнете. До встречи в коучинге 90 дней только вперед. Пока.